Уважаемые дамы и господа, я рада видеть и приветствовать вас в нашем зале. На торжественной церемонии бракосочетания Сергея Александровича и Маргариты Анатольевны. Уважаемые жених и невеста, сегодня у вас особенный день. Праздник, наполненный красотой, волнением и любовью. Все меняется в нашем мире, но стремление человека найти свою любовь и стать счастливым остается неизменным. Вы любите и любимы. Это самое главное, что нужно для счастья и создания семьи. Прежде чем зарегистрировать ваш брак, я обязана спросить у вас, является ли ваше желание стать супругами взаимным, искренним, добровольным? Прошу ответить вас, жених. Является. Ваш ответ, невеста. Является. Взаимное согласие дает мне право. В соответствии с семейным законодательством Российской Федерации зарегистрировать ваш брак. Приглашаю вас поставить подписи в записи акта о заключении брака. Thank you.
интересно это смотреть. Да, сядь. Нам интересно снять ваши лица, когда вы будете это смотреть. Все, делали.